Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас в преддверии праздников решила приготовить оливье, но не обычный, а с добавлением тунца. Картофель я предварительно отварила в мундире, почистила, режу небольшим кубиком. Отваренные вкрутую яйца также порежу кубиком. Теперь режу соленый огурчик. Чтобы салат не получился излишне влажным, соленый огурец предварительно положу в сито и дам стечь рассолу. Также небольшим кубиком режу свежий огурчик. Удаляю из него семенную часть, чтобы салат также не получился влажным. Чтобы придать остринку салату, добавлю красную луковицу. Совсем немного, буквально 1/4 головки. Консервированного тунца я переливаю в сито, дам стечь жидкости. И вилкой разминаю на небольшие кусочки. Подготовленные ингредиенты я сложила в салатник. Солю, перчу по вкусу, перемешиваю. Заправляю майонезом, у меня это домашний. Еще раз перемешаю, и салат готов. Перед подачей на стол рекомендуется предварительно охладить его в холодильнике, но можно кушать и так. На праздничный стол такой салат хорошо украсить красной икрой. Я предварительно уложила ее в половинки перепелиных яиц. Это смотрится красиво и по-нарядному. И мне остается вам пожелать приятного аппетита, хороших праздничных дней, веселого настроения, всего вам самого доброго. До новых встреч на видео!